Зимняя дорога у меня есть. Я там потихоньку тоже их выкладываю. Зимние уже осталось там немного, 7 роликов. На этом скоро она закончится. Это же дорога, да? И летняя. Но зимняя, конечно, в миллиард раз красивее. Вот, вот вам, пожалуйста, и зима, зимушка. Кому-то она не нравится. Но вот этот бело-черный, как раньше был бело-черный телевизор. Некоторые-то вообще его не видели и не знают. Вот, бело-черный телевизор. Черно-белый. Черно-белый. Так вот, зима, она вот такая бело-черная тоже. Но очень-очень-очень красивая. Но она еще плюс зеленая, естественно. То есть, если заезжаешь, елки, пихты, сосны, кедры, само собой. Вот он, великан, подмыл вам березу. Если успели увидеть. И сегодня, 20 августа 1991 года, в 91 году я приехал уже, Усть-Каменогор строил гараж уже здесь. Приехал, отец говорит, ну давай, раз приехал, делать нечего, давай будем гараж строить. Ну действительно, недаром усилия, потом, по-моему, за $1000 мы его продали, недостроенный еще. Там что-то надо было, по-моему, свет не провели. И ГКЧП. Оно случилось вчера, оно проходило 3 дня, но с 18 по 21. И Ельцин там их победил потом. Удивительный Ельцин. Ну, значит, так ему звезды, значит, в его пользу расположились. Ну, правда, когда показывали это Юинаева, некоторые его и не помнят, не знают. Но эти кадры, они вот исторические, вот прямо они остаются в ваших файлах, в ваших флешках. Руки тряслись у него. Наташа, ты помнишь? У кого? Или ты не видела этот? Я не помню. Ты, наверное, не смотрела, когда заседание их показывали. Я была совсем молодая. Ну, на 91-м сколько было тебе лет? 21. 21? Угу. Это ты была молодая? Конечно. Это уже ты старушка была? Да я была молодая совсем. Ну, мне было 25, а я какая была? Старая, что ли? Не знаю. Ну, неважно. Короче, вот эти трясущиеся руки, очевидно, а уже россияне хапнули этот воздух свободы. И сегодня как раз они вышли на площади Питера и Москвы. Ну, в знак протеста, естественно. Я не помню, за кого я был, но, естественно, я против был ГКЧП, потому что там вообще старперы. Эти-то старперы, извини за выражение, а те вообще стар-стар-стар-престар. Там они сидели за столом. А кто снимал, естественно, телеоператор, и кто потом это в эфир выдал, я думаю, это, естественно, ну, это понятно, что были люди против ГКЧП. То есть не обязательно впрямую выходить и бороться, да, против дебилов. Можно вот так вот умно поступить. Вот снял трясущиеся руки Янаева, и все. Ты просто потом действительно в историю войдешь, ты просто будешь молодец. Вроде втихушку, надо, можно, мне кажется, быть еще как Штирлиц. Вы помните, какой он был молодец? Он и нашим, и вашим. И слава богу, вроде как живой остался. В общем, живите как Штирлиц. Я помню, когда я служил в штабе, мне так и говорили все офицеры. Володя, ты должен быть как Штирлиц. Тогда все будет у тебя как хорошо.